У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да я не против. Я слушаю вас. Вы меня слышите, да? Да, хорошо слышу. А, вот и замечательно. Шалом, брат Игнатий. Да. Я немножко смотрел ваши видео, как полицейские к вам в гости приходили. Да. Да, я немножко знаю за вас, что вы в тюрьме сидели, да, получается? Да, да. Мой отец и мой дедушка тоже в тюрьме сидели. А тоже их за слово Господне садили, давали им большие сроки. Они тоже сидели. И в тюрьме тоже видели и православных, и других людей. И все, говорит, в тюрьме были как братья. Слушаю вас. Да, еще слушайте. Вы, я не знаю, я-то обычно это не спрашиваю никак. Ну, а вы тут как бы загадку загадали небольшую нам. У вас какая-то организация есть религиозная? Как-то называется она? Нет, я самый простой человек. А меня люди спрашивают, а к какой деноминации я отношусь. Я всем говорю, вы за мессианских евреев слышали? Да, слышали. Это те, которые приняли Иисуса как своего личного спасителя. Вот сейчас очень много евреев принимает Иисуса. Очень много. И как вот христиане, современные христиане, они признают Иисуса своим спасителем. Только разница в том, что евреи, они остаются евреями. И они по-прежнему соблюдают заповеди Господни и праздники Господни. Вот в чем разница между мессианскими евреями и современными христианами. Потому что современные христиане, они неправильно Христа проповедуют. Они говорят за Иисуса, что Он нарушал заповеди, что Он пришел отменить закон Господень. А я тем людям объясняю, если Иисус нарушил хотя бы одну заповедь, Он грешник. А если он грешник, ну, он не святой тогда. Он как раз-таки исполнил все, как написано в Священном Писании, как написано в Псалме за него, «Я иду исполнить закон твой Божий», то есть «Я иду исполнить волю твою Божию, закон твой у меня в сердце». А кто это говорит, что он нарушил заповеди? Что это за люди? Какое они вероисповедание у них? Очень много. Много говорят, что вот Иисус субботу нарушал. Много таких людей. Я им говорю, ну, вам тогда нужно было записаться в число лжесвидетелей. Потому что когда Иисуса судили, много лжесвидетелей приходили и пытались в чем-то обвинить Иисуса. Но никто ничего не мог доказать. Абсолютно. Вот. Только там нашли то, что он говорил, что храм разрушит. Он нарушал человеческие постановления, традиции. Мы по-православному это понимаем так, что заповедь вечная, нерушимая, только она возвышена Богом. Там было сказано тому образу, который был тогда, когда люди еще не возвысились до духовного рождения. А теперь все заповеди возвышены. Там было как сказано, не прелюбодействуй, а в Новом Завете уже и не гляди с похотением. Там написано, исполняй клятву, а в Новом Завете говорит выше, не клянись вовсе, ваша да или нет, как клятва. У нас толкование святые отцы дают, как Иоанн Златоуст. У него 12 томов, и они разъясняются. Блаженный Феофилактон, весь Новый Завет по святым отцам, вот у меня 3 тома вышли их, полное толкование с откровением. Вы знаете этот материал? Я читал немножко за вас, интересовался вами немножко. Я знаю, что вы много книг написали, но не читал. Нет, не читал. Это дело-то в том, что я не выдумываю, мы православные. Вот люди говорят, деноминация, конфессия. Я отвечаю, эти слова не библейские. В Библии есть истина и ересь. Все. А под именем ересь, вот в Америке, если вы 21 тысяча разных наименований. Вот тут приходил у нас, приехал фермер, американец, Джастас Волкер. Вот он здесь был, здесь говорили. И у нас, говорит, 21 тысяча, сейчас больше намного. Как они понимают?
Вот у православных неправильно, что иконы, неправильно там мощи, там труду. Но у баптистов этого нет. Почему было не остановиться на этом? Нет. Дальше пятидесятники, адвентисты седьмого дня, мормоны, квакеры и кого только нет. Ну, 21 тысяча, это многовато все-таки. А Библия одна. И нам... Согласен. Да. И вот когда начинаешь разговаривать, вот ты так понимаешь. Меня интересует вопрос некоторый. И вы только не подумайте, что я что-то хочу вам плохое сказать, потому что мы же на суд Божий когда-то предстанем. И Господь нас спросит, как мы исполняли Его заповеди. А заповеди Его не тяжкие. Вот, допустим, Иезекииля 3:18. «Если ты видел, он согрешает, брат, а ты не показал, не остановил, он погибнет, но его кровь я взыщу с твоей головы. Но если ты предупреждал, говорил, как страж, стоящий на стене, а он не послушал, он погибнет, кровь его на его голове, а ты спас свою душу». Нас предупреждает Слово Божие. 8:20 Исаия. «Если они не говорят, как написано в Слове, нет там света». Вот суть-то какая. Я поэтому спрашиваю. Евангелие от Матфея 16:18. Иисус Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я-то разговариваю много, я как миссионер, с разными веротечениями. У нас много пришло баптистов, пятидесятников, мормонов, это, там кого только нету. Вот последний, сказать, он из меннонитов, немец. Он преподаватель Томского университета, отец Геннадий Фасн, можете найти. В моем доме он обратился. Одна встреча была. Он так крепко верил, и все. А теперь он увидел, там от ума, а тут от Духа Святого. Теперь он доктор богословия, служит в Канске Красноярского края, храм Константина и Елены. Это его в труде, если вы зарядите по-русски. Геннадий Фас, о рождении свыше, о крещении Духом Святым. Там любые вопросы. У него большие-большие книги вышли. По полностью все святые отцы, что говорили по откровению святое. И у него, вот как раз в моем третьем томе, Новый Завет, трехтомник, там это есть. Я его скину вам. Скину в Вордовском. Не в книжном, не в пейджмейкере, а... И вы там увидите, там легко искать все по поисковику. Ctrl-F, только нажал, и одно слово хотя бы дайте. И вот я теперь спрашиваю, если он сказал «Я, Бог, я создам церковь». Он не сказал «церкви». Вот это вся ошибка. Он создаст церковь. Я задаю вопрос. Вот мы беседуем, допустим, с лютеранами. Я говорю, вы верите этим словам? Матфея 16:18. Ну да, ну давайте, читайте по-немецки. Я у них проповедовал на немецком языке. Бог давал мне знания. Я на английском много знать приходилось. Я говорю, можете понимать эти слова? Ну да. Ну скажите, в каком году ваша вера появилась? Ну, ясно, что позже никак, 1617 год. Ну, хорошо, 1517. А дальше-то что? Ее не было церкви. Была церковь Христова, основана в день Пятидесятницы. Деяния 2 глава. Одна половинка открылась. Дальше 10 глава до язычников, Корнилий. Все, церковь основана. Я вот разговариваю, когда с ними просто, ну, открываем Коринфянам, к Ефесянам, написано, Господь создал церковь дальше, поставил, во-первых, пророками, во-вторых, апостолами, в-третьих, учителями. Апостолы, мы договорились, пророки признают одинаково. Где учителя? Они опять перечисляют, ну, апостолы отошли уже. За ними учителя где? А вот теперь, а мы знаем, кто Игнатий Богоносец, кто это? Тот, кто какого-то ребенка брал Христос, говорит, ребенок. А это будущий епископ Антиохии. Его бросили львам, его растерзали львы. От него осталось 6 посланий. Ириней Леонский. Да по порядку перечисляю, все это мученики за Христа. На каком основании отбросили? Конкретно вот мы собирались, как на диспуты. Вопросов нет. Я как-то проповедовал, один раз приехали в Молдавию, и там пришлось, 450 человек баптистов было. Я вышел одну проповедь сказал, просветитель стал, мы готовы сегодня все перейти в православие. Они увидели, не церковь, баптисты. Почему? Потому что церковь основана там. А как узнать, где есть рукоположенное священство, епископы? Апостол рукоположили епископов,
епископы следующих, это называется хиротония. Если разрыв существует, это обман. А почему? Апостол Павел говорит, перечисляя Ветхозаветнее, это 1 Коринфянам, 10 глава, 6 стих 11, перечисляет отрицательных героев и говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Это были образы для нас, достигших последних веков. Он пишет об этом. Зачем? А образы на них учиться. Я спрашиваю, вы чисто считаете книгу? Ну да. А 16 глава Дафана, Верона и Корей, что они сделали плохого? Они сказали Моисею, на каком основании, что ты считаешь себя выше нас? Вот это секта и образуется. А Моисей сказал, завтра узнаете. И вот мне много пришлось в университетах вести занятия. Я грифельную доску так бы расчерчиваю, а тут студенты, профессора, там академики сидят. Давайте просто рассуждать. Я говорю, вот здесь преступление, наказание. Я наказание 10 суток. Ну, это там заматерился там или помочился около вокзала. Дальше год, два и так иду. Дальше смертная казнь. Определенная статья. Это и у вас также там. Статьи на это есть. Дальше. Живьем в ад. Да такого нету. Есть. Дафана, Верона и Коряй, 16 глава. Более страшного преступления нет. Написано, люди отличные они были. Все сошли в ад с женами, с шатрами, все, что у них было. Я спрашиваю, о чем они говорили? Они говорили о том, что вот это рождаются секты. Как мне? Вот мне, допустим, я с детства родился в старообрядческой семье. Священства не было. Но мама сказала, нельзя в пионеры вступать там. Вот мне 82 года, я еще ни разу не заматерился. Ни одного мата не сказал, ни одной таблетки не съел, ни разу намордник не надел. Она говорила, нельзя вот это делать, с женщинами дело иметь. Меня Бог спас от этого. Но Евангелие не было в руках. Я искал, так душа стремилась, везде старался удалиться, помолиться тому, кто мир сотворил. А работал в это время после армии, в морфлоте служил, работаю на Балтике. Поступаю в высшее мореходное училище. Свободно перехожу, там конкурс 16 человек, добиваюсь разрешения сдать 3 курса за год по одному из 3 иностранных языков все предметы. У меня все ладится, а в душе пустота. Я зачем живу? И в это время, вот у Господа удочка какая, я что любил, меня на этом Бог и поймал. Я любил изучать языки и любил бабушек. Они такие забитые, там я все старался оторвать от себя, как-то помочь, поднести, только сошел на берег. Корабль на ряде стоит. Я пошел, вижу, бабушка идет с сумками. Я подскочил, давай, баба, помогу. Первый вопрос. Баба, у вас молятся где-то люди? Город Венспилс, Латвия. Она показывает, да кого-то как тут. Я глянул, правда, крест какой-то, а там лютеране были. Ну, я зашел, говорят, подошел один человек, говорит, а кто вы будете? По-латышски я с ним разговариваю. А потом, ну, вы знаете, что? Говорит, я говорю, я не понимаю, что он говорит. Блаженны. Еще он говорит, как не понимаете, а говорите по-латышски. Я не знаю этих слов даже. Вот я переводил офицерам там с английского целые трактаты, которые что в академии учатся. Но как только коснулась религии, я слова эти не знаю. Мне говорят, а вот дверь к русским. Я зашел, а у них Нагорная проповедь, мулине вышита на простыне. Блаженны нищие духом, есть царство. Я ни одного слова не понимаю. И один человек за мной вышел и пригласил к себе Иеремия Михаил Александрович. И там мне дали Евангелие. Они обедали, а я в другой комнате Новый Завет читаю. Когда они зашли через полчаса в комнату, меня не надо было уговорить, я только попросил, давайте помолимся. Стали молиться, и мне Бог все это открыл. Я сразу получил рождение свыше и крещение Духом Святым. У меня все как будто отошло. И на утро весь караван кораблей знали, Лапкин сошел с ума. Такая перспектива у человека, и вдруг... Нет жизни без Христа, первому матросу говорю сразу же. И вот я прожил в этом накале, как Иеремия говорит, хотел умолчать, но внутри меня, вот костей моих, как бы жар был разлитый. 58 лет назад это было. В 62 году, 27 сентября, в 17:00. Вот... Хорошая у вас память. Ну, Бог дал. Вот я извиняюсь, что перебил вас. Нет, ничего. Дело в том, что мне Господь все это открыл. Я увидал, кто я. Я никто. Даже прахом земным не могу быть. И вдруг все открылось. Все события. А как вы узнали, где церковь какая? Я много занимался. Изучаю буддизм, ислам. Вот сейчас я когда беседую, тут много мусульман, я с ними беседую по их книге. Я в разных университетах вел занятия. Последним 18 лет убил. Все это я делаю бесплатно.
Я нигде не учился. 13 школах одновременно занятия вел. И 5 отделов милиции, городское, краевое, и все воинские счастья, заводы, фабрики и 3 радиопрограммы еженедельно. Одна онлайн-часовая. Я отмечаю, какая сура, какой аят. Я не трогаю книгу, не критикую. Я только говорю, вот говорю о христианах. Мы это и делаем. 5 сура, 68 аят. Всевышний дал нам Инжил, Евангелие, чтобы мы по нему жили. Я по нему и живу. Так вот, тот день, когда мне Господь открылся, я сразу подумал, там баптисты, пятидесятники, единственники, там много разных. Где правда? Все Христа признают. Господи, открой мне эту истину. И Господь мне сразу открыл. Где сидишь, там и смотри. Я сижу за столом. Клеенка клетчатая. И мне мысль. Так вот он ответ где. Сколько? А я уже знал, что в 4 веке было 3 течения. Там ариане, еще македоняне. Дальше-то. В 1913 уже 130 разных наименований. Дальше идет 300. И сегодня 21 тысяча. Где правда? Я решил так. Вот Иисус говорит, основанием Господь мне показывает. Все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Во все дни. Ни одного дня без Христа не было. Это не церковь без Христа. С вами, с верующими. Где здесь? Трудно понять. Я начал уменьшаться до 1500 года. Иду дальше. Название, все, узнаю их учение. И, наконец, дохожу. Первое, когда не одна была. Если там его не было, значит, его нигде не было. А это не может им так быть, потому что во все дни до скончания я увидел, там православная церковь. Основа основ. Это Евангелие, святые отцы, рукоположение. Это церковь. Кто отходил, те теряли все. И вот с этого момента я исследую тщательнейшим образом, какие были святые отцы. Это 300 томов фолиантов, примерно по 750 страниц. Я первой стране озвучил 50 томов книг этих, насчитал 80-е годы, 12 томов Златоуста. Это все в интернете на моих, я вам скину потом это. «Жития святых» 1173 биографии. «Добротолюбие» 5 томов, это высшее, что Бог открыл. Блаженный Августин, Иероним Стридонский. Ну, то есть все святые отцы, Ефрем Сирин, это 6 томов. Я их начитываю, и тон студию создал, 10 магнитофонов, одной кнопкой срываются на скорости 19 две дорожки, а прослушать на 4,7. Я первой стране насчитал архипелаг ГУЛАГ. Теме масонства отдал 14 лет. Все от начала до сегодняшних дней. И что сегодня, вот сейчас делается. У меня стихотворения на эту тему были написаны. У меня 4 тома стихотворений. Каждый том 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. Эпиграф из Библии. Многие стихи напротив каждой строчки указана книга, глава, стих. Откуда взято? И вот теперь, когда Господь это все открыл, я каждому стараюсь дать это богатство, сокровище. Мы беседуем со всеми. И вот когда у нас тут была одна еврейка, Фаина Соломоновна, а видать сын у нее в Израиле и мессианские эти дела там, как мы... Но они Христа за Бога не признают. Никак. Когда мы считаем веру в единого Бога Отца, Творца неба и земли, видим же все, мы не видим, в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, Иисуса Тостарожденного, Бога, истина от Бога истина. Она это место не считает. Ну, и не прижилась. Как-то мне привезли тут еврея одного показать, Наум Израилевич, родители в Израиле, как они там, видно, мессианские. У нас одна только беседа была. Одна. Ну, не больше 3 часов. Он сразу стал православным, стал священником. Ну, и там протоиерей сейчас при патриархе Илии II в Грузии. Еврей. Это Бог открывает. Ключ сердцам он дает. А почему? Главное, стихи это все в Библии. Вопрос по Библии. Он отвечается Библией. Толкование не может такое, когда одно место противоречит Библии. Нет, почему? Писали святые Божьи человеки, будучи движим Духом Святым. Вот момент. А мы не можем ни одного места. Перевод не так. Я разные переводы. И Касьяна, и Новый, и Иеговистов там. Я скажу, русский перевод 1876 года, синодальный, лучше за 2000 лет. За 2000 лет. 4 духовные академии переводили, которые там переводчики были. Вот я разговаривал с Александром Менем. Это еврей чистопородный. Это энциклопедист.
у меня сохранились беседы, они на интернете стоят, наши беседы с ним. Я его спросил: отец Александр, а вот, ну, он же переводчик, работает с оригиналами, можете переводить? Он даже от меня вот так отшатнулся: что вы, Игнатий Тихонович, да вы что, ты, нет таких переводчиков сейчас, нет. Я много знал за языки, по языкам, и вижу, с какой красотой Новый Завет написан. Нет, еще не сходится, а это неправильно переведенное. Ты знаешь еврейский язык хорошо, а мы считаем, которые переводчики делали, Герасим Петрович Павский, который Псалтырь перевел, Матфея Евангелия, он писал учебники для еврейских школ. А учебники писать может только филолог уже до конца знающий. Дальше. Хвольсон Данил Абрамович. Крещеный еврей. Доктор филологии Лейпцигского университета, принявший православие. Я поэтому говорю, беседуем только по синодальному переводу. Сколько разных было? Баптисты, адвентисты. Все издают синодальный перевод. Только одни еговисты отошли. Католики, когда печатают, тоже синодальный перевод. И в нем я нашел полное утешение. Ну, я, конечно, занимался очень много. Спрашивают, сколько? Ну, часов по 10 каждый день. У меня сон, на сон уходило 2,5 часа. Вот у меня вышло 38 томов книг. И мы проехали, я много по Америке ездил, и выступал по радио «Голос Америки». А тут мы прошли из Барнаула, вы можете посмотреть где, до Владивостока, потом дошли до Португалии, Скандинавии, Прибалтику, север Турции. 650 городов библиотек получили от нас полный комплект. А полный комплект стоит 750 евро. Нам обошлось это 35 миллионов рублей. Подарок сделали. Книги, которые возрождают человека совершенно падшего. Он ничего не знал, не слышал. Читает книги, у него как будто пелена с глаз сползает. Это Бог делает. Я своим ничего не могу признать. Вот представьте, что мне написано 3467 стихотворений. Каждая страница, вот она, как вот такая-то, А4 называется. Это в одной пачке 500 листов. Это 7 пачек, одна на одну. Все записаны с одной, сверху донизу. Это стихотворение мое. И ни одной помарки нигде нету. С чистого листа. А как? Когда мы молимся, и в это время у меня как бы, правильно поймите, я никогда не слышал голоса, я не видел, видения мне не было. Как бы там, ниже лба, протекает строка одна. Я считаю, когда-то вычитал у грека Златоуста, а у меня тут ручки, бумагу, я сразу записал. Все, как только кончили, я быстро записываю 35 строчек. Это 9 куплетов. Бывает, еще не кончили утреннее правило, у меня вторая строка идет. Сразу. Копал экскаватор глубоко траншею. Я еще не знаю, что там дальше совершенно. У меня нет гуманитарного образования, ни религиозного. Я быстро строчку записал, и молитва продолжается. Это 2 стихотворения. Это у меня стихи за 9 лет написанные. Как это? Я не могу эти вопросы ответить. Просто открывается. Ну, хотя бы одна помарка была. Нету помарок, ни одной. Если вы любите поэзию, я могу рассказать один-другое стихотворение. Да, я не против. Ну, я хорошо. Люблю вас слушать. Если не торопитесь. Вот как бы автобиографичное. Мы в Барнауле находимся. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мямет Акриды, и штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня
гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда, мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Хорошая у вас память. А вот как мы работаем на Балтике. Рыбацкая шхуна с волнами боролась, стремительно крен возрастал. Смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти виден плавник, как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка, объятия холодной волны, над пропастью мглы с ледяной повязкой, о чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Слава Господу. Игнатий Тихонович, да. Можем вам пару вопросов? Пожалуйста, с удовольствием. Как вы относитесь к современной, как бы, модной болезни, не знаю, как выразиться? Вот вы принимаете лично, вы так, вот, сейчас, да, давайте, я вам отвечу, когда мы закончим разговаривать. Я отключусь и сразу говорим об этом теме, потому что нельзя. Я знаю, как они пришли. Я понял. Все. Хорошо, тогда я другую тему. У меня на эти темы уже ролики стоят. Я понял. Я вам другой вопрос задам. Вот вы исследовали историю церкви, много читали отцов. А у меня такой вопрос. Прекрасно вы Библию знаете. Мне понравилось, я как-то даже увидел в одном ролике, что вы сказали, Библия 77 книг. Да. А молодому человеку. Протестанты 66, 11 выкинули. Да. У меня тоже, кстати, 77 книг. У меня 77. Да, вот так и должно быть. Вот смотрите, 12 апостолов были все евреи. Первоапостольская церковь, день Пятидесятницы были все евреи. Так получается? Конечно. Церковь основана, вы сами сказали, вот 10 глава Корнилий, это был первый язычник, а до 10 главы только одни евреи каялись. Все евреи были каялись. То есть первоапостольская церковь были все евреи. А где вы там увидели след православных? Нигде. Слова православный нету, правильно славить? А вот дальше уже... Хорошее слово. Да, дальше, когда уже стали разномыслия всякие разные, в церкви были соборы вселенские. И первый собор был в 325 году. 318 епископов съехали со всего мира и утвердили кредо, первая часть, до Духа Святого. А другое уже в Константинополе там было. Вот как дело-то было. Но ведь, допустим, если взять, допустим, Библию, современные христиане берут только 9 заповедей. 10-ю заповедь они не берут. То есть 10-ю, то есть 4-ю заповедь они откинули. Как раз-таки на том соборе и отменили 4-ю заповедь. Я вам отвечаю. Ветхозаветнее, все, апостол Павел говорит, было тенью будущих благ. Вы согласны? Ну так записано, так мы не можем. Игнатий Тихонович, вы же сказали, что заповеди, они же стали, не были отменены, они стали, как вы сказали? Возвышеннее. Возвышенные. Я отвечаю сейчас, никто их не отменял, а как они возвышены? А так, вы слышали это, и Господь говорит, все творю все новое. Где новое? Там сотворил мир, и после сотворения мира Господь почил отдел своих, шалом наступил. Шма Исраэль. Так? Дальше, в Новом Завете. Да. Когда Господь творит, что творит? Он ищет поклонников в Духе Истине. Вопрос. Вопрос. А апостолы были в Духе Истине? Нет, не были. Они были в Духе, но не в Истине. Они были только в образах. Ягненок указывал на Христа.
истина наступила во Христе, 14:6 Евангелия от Иоанна. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Они говорили в образах. Жертва в образах была. Кровь агнцев никого не может избавить от греха. Почему? Первое послание Иоанна, считаем 1:7. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Христа, не ягненка. Так вот, заповедь субботняя, она указывала на воскресенье. Почему? Новый Бог творит мир, все творю все новое. А раз новое творит, значит, он когда-то должен закончить творение. Он закончил. На кресте он умирает. В первый день он воскресает. Когда? Ну, первый день суббота. Это седьмой день суббота, первый день он воскресает. Он проповедует эти дни преисподней. А это великий труд. И вот новозаветняя суббота – это воскресение. И дальше мы видим, когда они собирались, как, что было, когда откладывали средства. Суббота – это покой, который обрел Христос, и мы во Христе, в жертве Его. Вот в чем дело-то. Суббота, и никто не отменял, но все заповеди возвышены до современного, рожденного свыше человека. По порядку, если начинать... Игнатий Тихович, я с вами согласен, что заповеди возвышены, но если смотреть, вы правильно вот сказали, что Иисус воскрес седьмой день. Это вы верно сказали. То есть вот только в русском переводе первый день, он имеет название воскресенье. По сути дела, это день солнца. Это не день воскресенья. День воскресенья – это суббота. Иисус воскрес в субботу. Нет, даже никак. У меня есть отдельное видео на эту тему. Нет, я подробно все это объясняю. Он в пятницу распят. В пятницу распят. Это нам говорит. Игнатий Тихонович, ну вы же переводы разные хорошо расследовали. Ну давайте, давайте, оставим. Вообще нету слова «пятница». Давайте оставим. Слова «пятница» хорошо. Нету. Так, какой день? И в третий день он воскрес. В третий день. Это всегда было так? И по-другому церковь никогда не понимала. В первый день недели собирались, в первый день там все уже было. В воскресный день и Константин утверждал. Он только утвердил то, что было, как День Победы. Победа была 9-го. Когда? В 45-м году. А праздновать через 10 лет установили. Так и здесь. Он воскрес в воскресенье. Почему и называется воскресенье? Говорит, так это от язычника взяли, зонтак, сандей. Нет. Потому что 83-й Псалом, 12 стих, говорится, Господь есть солнце и щит. Единственный раз в Библии это написано, что Он есть солнце и щит. Псалом 83, 12 стих. Игнатий Тихонович, у меня нет привычки с кем-то спорить. Нет, я не спорю вообще. Я не люблю спорить. Я не люблю спорить. У нас написано так, да. Знаете, Виталий, говорю, у меня есть отдельное видео, где я подробно со всеми ссылками на Библию все это объясняю. Хорошо. Я очень рад, что вот так ближе с вами познакомился. Вот никак не мог вам дозвониться. Что-то у меня техника барахлила. Надеемся, что мы еще как-то еще созвонимся, еще да. Поговорим. Я сейчас скину вам все данные, свои ресурсы. У меня только на одном канале 22 тысячи роликов своих. 63 миллиона просмотров. У меня три канала. Я вам все скину. Игнатий Тихонович, я вас понимаю, но у меня катастрофически не хватает времени. Мне много очень людей пишут, задают много вопросов. Я тоже вот две недели, наверное, вот получилось, когда я сам мог созвониться. И то мои уже спят, мне 11 часов ночи. 11 часов ночи. Мне много людей присылают, Виталий, там посмотри вот это видео, скажи свое мнение. Я говорю, такого богатства, как времени, я не располагаю. Я утром просыпаюсь, а у меня 600-700 сообщений. Я пытаюсь людям как-то объяснить какие-то вопросы, а потом уже не успеваю, уже выборочно только отвечаю. Уже которые такие какие-то важные вопросы, а уже на простые комментарии у меня же даже времени нет отвечать. У меня нет времени. У меня 6 детей, семья, работа. У меня тоже 2 YouTube-канала. У меня 5 или 6 каналов на Telegram. Очень много людей пишут. Кстати, мне много православных пишут. Очень много мне тоже православных пишут, поддерживают. Я тоже, вот меня спрашивают, ты можешь себя считать православным? Я говорю, могу считать православным. Почему? Слово «православный», оно правильно славит Бога. Я считаю, что я тоже правильно славлю Бога.
Вот. Поэтому я могу сказать, что я православный. Я могу сказать, что я баптист. Почему? Но... Потому что у меня есть водное крещение. Я могу считать, что я пятидесятник, потому что я имею Духа Святого. Вот. А апостол Павел говорит, для всех я был всем, но был собою. Но я сам по себе, вы понимаете, как вы говорите, загадка. Ну, никакая не загадка, просто я не люблю о себе рассказывать. Моя цель — говорить о Боге. Кстати, тот ролик, который вы мне прислали поначалу, чтобы я с вами познакомился, мне интересно показался, вот как вы критиковали, что у меня бороды нет. Нету. Скажите ваше мнение. Но Давид даже в Иерусалим не пустил, когда полбороды побрили. Вы же знаете это. А мы идем в небесный Иерусалим. Тут и не рассуждать не надо. Это стихии мира. Я как-то с баптистами беседовал и привез к ним журнал «Баптисты», 10-й год. Журнал широкий такой, большой. Все до одного молодежь с бородами. Это языческое. И зачем это быть подкаблучником? Это садомиты придумали. Никак. Ни на иконах нигде нет. Возьмите даже Сикстинская Мадонна. Портрет. Там папа... Игнатий Тихович, у меня борода не хочет расти хорошо. Это во-первых. Во-вторых, мне люди говорят, вот тоже, ну, кстати, мне много говорили, почему ты бороду не заведешь? Потому что в Библии написано, не порти края бороды. А я говорю, чтобы ее портить, то ее нужно иметь. У меня ее нет, я ее не порчу. Поэтому я заповедь не нарушаю. Ну как ему упорчить, если того, чего нет? Понимаете? Ну, так это еще хуже. Вы не только края бороды вы полностью убираете. Это недопустимо. Давид вас не запустил бы в Иерусалим, не посмотрел на ваше мессианство. Он бы отмел вас. Ну, так вы сами же подметили, Игнатий Тихонович, что поклоняться Богу надо в духе и в истине. Правильно, с бородой только. Это же другое поклонение. С бородой. Уже Бог на сердце смотрит. Уже обрезание уже по сердцу должно быть. И не так, как так буквально, вот вид. Вид — это наш вид, он другой. Мы ж, плоть, наша плоть Царства Божьего не наследует. Вы понимаете? Оно будет изменено. Это же самая плоть, только примет другой нетленный характер. Вот как. Это же самое. Мы воскреснем. О чем речь идет? Воскресение из мертвых. Вы говорите, я понимаю так. А вы скажите, вот как вы понимаете, в первом веке понимали так или нет? Почему не поставить такой вопрос? А если не так, значит, вы уже не в той церкви и не православные, какие были. А под именем православия просто не подходит. Мы должны понимать, как... В первом веке, я думаю, все бороды носили. Кроме римлян. Римлян брили, мне кажется, да? Брились римляне. Мне кажется, римляне убирали бороду. Ну, зачем на них смотреть? Мы говорим о христианах. Да. Ну вот папа Сикста Мадонна, Рафаэль пишет, и он с бородой, а он католик, римлянин. И пишет, рисует с бородой. Почему? Я когда сейчас скину вам материалы, там есть у меня сайт. Виталий, хорошо посмотрите. В сайте, как только сайт откроете, там справа я отвечаю студентам на 4124 вопроса. 55 папок. И там есть на все ответ. Там у меня книга есть, к истинному православию. Я ее 40 лет материалы собирал. Там все, и о бороде, и о пьянстве, все есть. Эта книга... Вживую вас хочется услышать. Вживую, потому что у меня времени нет, я уже спать скоро пойду. Нет, ну там вопросы... У меня такая возможность предоставляется хорошая, я вживую хочу Виталий, вас услышать. Виталий, там у меня 4124 вопроса. И я отвечаю по пяти параметрам. Первое, что я стою за кафедрой, и в это время... Из аудитории ко мне на кафедру записка подносится. Я отвечаю по этой записке, что говорит Библия. Называю глава, стих, книга. Второе. По этому же вопросу я отвечаю, что говорят святые отцы. Патрология Миня, 300 томов. Третий параметр. Что говорит правило церковное. Гражданский уголовный кодекс. 719 правил. Дальше, что говорят жития святых? Это 1173 биографии. Конкретно по этому вопросу, какая часть данного жития я туда оставляю. И пятое, что сказали 500 поэтов мира за 300 лет? 20 тысяч файлов. У вас хорошая, очень замечательная память. Я просто восхищаюсь, правда. Так хорошо все помню, так подробно. Так, Виталий, вот какое дело. Когда я вам сейчас скину, вы в сайт зайдите, 55 папок, и вы посмотрите, мусульманство, еврейство. Если вы еврея ткнете, пойдут одни вопросы, в какой книге они у меня. Дальше ткнете второй раз, откроется ответ. И вы тогда увидите.
Что было, как есть. Я когда отмечал, то передо мной бывает десяток книг, открытых первых еще столетий. Это у меня на сон уходило 2.5 часа. Как вы говорите, сна не хватает. Укоротите сон. Да нет, я и так редко мало сплю. Я так мало сплю. Сколько у вас в среднем на сон уходит? Ну, вчера я поспал, потому что уже сдавал организм. Но это ничего. А перед тем, то я поздно лег спать. Поздно лег. Ну, у меня уходило в это время 2.5 часа на сон. Игнатий Тихонович, у старая Библия, вот вы сказали за старую Библию. Я несколько недель назад я говорил за пророчества, которые есть только в старой православной Библии. Там такие пророчества, что жуки побегают, будут бегать по земле, нити будут железные, обкутаны всю землю. Вот, какого-то послания. У вас есть такая Библия? Да это не Библия. Это не Библия, нет. Это отдельно, которые люди писали. Я знаю это. И что война с Китаем закончится между Бией и Катунью. Я это слышал еще 5 лет было. Хорошо. А как эта книга называется? Как называется, я не знаю. Общее название было «Златоуст». Но там и Василия Великого, там других святых отцов. Теперь эту книгу у моего брата есть. Она еще высокого, такая большой формат. Я переплетчик, реставратор. И книги такие проходили через мои руки. Мне пришлось переплетать примерно 3000 томов. Меня интересует, вот откуда вот эти пророчества взяты. Они же такой точностью все предсказано, вот то, что сейчас сбывается. Вы не могли бы ссылку мне кинуть на эту книгу? Нет. Чтобы я мог найти. Она есть зацифрованная? У меня ее нет. Я в интернете не знаю, есть она или нет. Там все абсолютно. Нифон-то есть. То есть такие, которые люди вам неизвестны совсем. А таких, которые неизвестны, это 1173. Ну, мне бы хотелось бы посмотреть на этот материал. Потому что мне попалась только 7-8 глава. Мне интересно, сколько там вообще глав... Не, 8-9. Сколько там вообще глав и что написано в предыдущих 7? Так, меня интересует то, что выберите вы время заглянуть на Skype. Это сайт. И в сайте там вот эти вопросы-ответы и книги мои. И к истинному православию. Ну, пришлите мне, Я пришлю. Оглавление. Эта книга называется «К истинному православию». Я пришлю вам оглавление, там по странице вы найдете и о бороде, и обо всем. О сне, сколько спать. Что говорит Библия об этом, святые отцы. То есть там громаднейший материал, просто громадный. Я 40 лет собирал материал для этой книги. Я хотел вас спросить, может такой простой вопрос? Давайте. У вас есть семья? Конечно. Или вы всю жизнь посвятили себя Господу? Да, всю жизнь посвятил Господу. Все понял. Но у меня жена, мне вот 6 детей, 7-й скоро будет. Знаете, Виталий, я вот одно скажу. У меня Библии-то не было, но вот был только Новый Завет. И вот однажды собрались братья, а братья все баптисты, пятидесятники, они из пятидесятников объединенные. Ну и там беседуют, ждут какого-то человека, для него достали Библию. А он не приехал. А у меня мечта, скоро у меня отпуск, я поеду на Алтайский край с Балтики. У меня братья, у нас семья 10 человек, 5 мальчишек, 5 девчонок. Я там буду считать, а Библии-то нету. И они тогда встал один брат и говорит, кого мы ждали, кому Библию доставали, достать было трудно. Мы подарим этому братику на меня. И Библию мне подарили. Слава Богу. Так вот, что какое дело. А я уже считал, что просите со слезами. У меня слез нету. Я на море, высушенный ветрами. И в это время я вышел в коридор, и Бог дал мне этот дар. Я уткнулся в одежды и плакал, и меня уже потеряли они. Только уже выходя, они меня нашли там среди одежды. У меня, когда Господь посылает на какой-то труд, я начинаю плакать, организм обезбоживается. Это Бог дает. Поэтому я, когда с вами говорю, не просто так говорю, а я хотел с вами встретиться. Я увидел, сколько у вас доброго, как вы говорите правильно. Ну, думаю, маленько бы ему только узнать еще, без церкви-то нельзя. А который новый образован, это не церковь, он церковь мою. Вы должны иметь рукоположение. А если этого брат нет... Брат Игнатий Тихонович, я рукоположенный служитель. Ну да, кто вас рукоположил, то он-то никакой связи не имеет там, где благодать Духа дается. Это 8 глава Деяния апостолов говорит. Виталий, это не шуточное дело.
имеет брак, потому что меня рукополагали по откровениям от Духа Святого. Нет, Виталий, я не спорю никогда. Спорит, кто не знает истины. А который знает, он возвещает истину. Я ее возвещаю. Когда в Самарии там обратились люди, и апостолам доложили, они были в Иерусалиме. А рассеявшиеся ходили благовествовали. 8 глава 4 стих Деяний апостолов говорит. То есть самое трудное это было в Иерусалиме. Но они услышали. И они сразу Петра и Иоанна командировали туда. Зачем? Там Филипп был, это диакон был. И диакон передать не мог Духа Святого. Когда он явился, туда явились друзья Петр и Иоанн. А приняли Духа Святого. Даже не стали спрашивать. Возложили руки, и Дух Святой сошел. Вот это, когда идет херотония, а кем вы рукоположны, разберитесь, упрется в пустоту никто. Первый был там кто-то, сам на себя взял, обманщик. А потом дошло уже, и уже церковью называется. Не так, Виталий. Вы должны проверить намертво. Так или не так? Но я же проверил. Я же вам и говорю, что первые церкви, это были мессианские. Они были все евреи, понимаете? Нет, не так. Я говорю о рукоположении. О рукоположении. Кто первый был от апостола? От какого? От апостола. Католики от Петра, мы от Андрея. Вы от кого идете? Как я от кого? Я принадлежу к народу Израиля. Нет, я говорю рукоположение. Вы меня не слышите. Рукоположение должно идти от епископа к епископу. Если этого нету, там ничего нету. Обман. Смотрите, вы хорошенько, прекрасно знаете Священное Писание. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. И там 14 глава. Там очень хорошо объясняется, вот вы сами сегодня говорили, там есть, что Господь рукополагает и ставит учителями, пророкам церкви и так дальше. В нашей церкви есть пророки на основании вот этого места Священного Писания, что 9 даров Духа Святого, первое послание Коринфянам 12, 9 даров. Есть откровение, есть пророчество. Господь через пророку показал на меня, что меня можно рукополагать. И брат, который меня рукополагал, он тоже был рукоположен по откровениям Духа Святого. То есть рукополагал меня правильный человек. Да. Виталий, вы меня не услышали. Должно быть рукоположение, непрерывная сеть. Ну, Дафан и Верон такие же были. А Господь живьем отправил. Нет, почему? Нет. Дело в том, говорю, что это трудно. Бог через пророков сейчас делает свою работу. Правильно. Бог восстанавливает церковь, которая была разрушена, которая была утеряна. Бог показывает пророку, что пророк должен указать на того и другого человека. И брат, который рукополагал меня, был рукоположен по откровениям от самого Бога. Бог его избрал служителем. Деяния апостолов 2:47 говорит, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, которая была. А там они передавали это епископы друг к другу. По-другому никогда не было. Вы остановитесь на этом. Я что сказал? Потом поразмышляйте. А так любой может. Я вас понял, я вас услышал. То есть рукоположение епископа от епископа. Если оторвано где-то, там уже дальше ничего нету. Хоть 100 раз накручивают название. Так, я очень рад, что вы пришли. Апостола Павла никто же не рукополагал. Видите, я ответы это все знаю, которые были. Я среди сектантов работаю. И когда они это понимают, они сразу... Вот у вас там, Петер Гилквист, слышали такое? Нет. А зарядите. Там 2500 там, протестантов разных пришли в православие. Они решили, так, давайте, ты год будешь заниматься рукоположением, другой о Божьей Матери, другой святыми отцами. А потом через год собрались. Да кому не церковь? И они обратились к грекам, и они их сразу рукоположили в диаконы. И греческая церковь от апостольских времен. И они так теперь сейчас работают. Это лучшие проповедники. Но они теперь церковь. Потому что они получили рукоположение от апостольской церкви. А это новозаветы, которые сейчас друг друга ставят, они никакого отношения... Игнатий Тихонович, у меня превосходное рукоположение. У меня рукоположение от самого Господа. Так любой может сказать. Каких только нет, не было. Брат, вот смотрите, Иисус, он был из колена Иуды. За колено Иуды ничего не сказано за священство. Всегда священство передавалось и проходило от одного рода, от одной семьи, от колена Левия.
Иисус был рожден из колена Иуды, за которого в Библии ничего не сказано. И написано, что помазал его Господь, сам помазал Господь Духом Святым. Меня не люди мазали, я говорю по откровениям от Духа Святого, от самого Господа. Это доказательств у вас никаких нету, что от Духа Святого? Никаких. А я никому ничего не доказываю. Нет, не доказываю. Так, Виталий, все, мы эту тему уже... Вы посчитайте, когда будете о священстве. Вот я когда скину, и там будет «Кресты в православии», книга. И с нее я заголовок вам выставлю, оглавление. Ну все тогда. Хорошо, приятно было с вами познакомиться. Спаси Христос. Да, Бог еще может когда-нибудь. Да, как будет желание, приходите. Я сейчас скину вам данные и на эти книги. Хорошо. С Богом. Ага, с Богом. Благодарю вас. Спаси Христос.